набережная Прибой 8, корпус 3. Торопышки. 25 марта 2023 год. Вот мне надо, допустим, мне сейчас в магазины надо и в эту, в ремонт попасть. И я не одна. И мне здесь вот идти очень опасно. Теперь здесь проезжая часть, смотрите. Набережная Куприбой 631. Куда сортиры поставили? Здесь магазин, они сюда сортиры поставили. Ой, юмасай. Сумасшедшие. Господи. Магазин. О, деревья вкапывать сейчас будут. Нет, все так же. Душу они не очистили свою. Ни душу, ни тело. Там еще почище туда. Заглядывать страшно, вонючку. Стулья, вон стоят стулья. А что это привезли? Что-то срочно, спешно высаживать. Вон кустики, бегом. Вообще нет, в своей территории что-то роют. Прям под фундаментом. Я дальше не пойду. Торопышки. Сегодня дом должен был сдан, а и не сдали. Ой, 45 лет. Вы думаете, он простоит столько? Как вы думаете? Там подземная речка. Ой. Вот асфальт в таком состоянии. Вон деревья какие-то посадили на склон. Вот так огородили. Склон обсыпали. Мини-площадочка. Непонятно для кого. Строительный мусор. Он сейчас сверху засыпает строительный мусор вот этой вот типа грунтом. Так. О чем мне жаловаться? Я фиксирую, смотрите, срач этот. Сейчас быстрее пляп. Вон деревья какие-то еще воткнули сюда. Горшки, вершки. А там хоть трава потом не расти. Ну, с сортирами это, конечно, убойно.